Итак, сейчас буду готовить белый чесночный соус. Для этого нам нужен один большой пучок укропа. Резали вот так вот мелко укропчик. Берем 10 головок чеснока. Если вы собрались делать где-то вот такую посудину килограммовую соуса. Затем берете чеснокодавилку и выдавливаете чеснок. Чеснок выдавили и добавляем хорошо соли. Берете чайную ложку и перетираете все это до однородной массы, чтобы получилась пюрешка. После того, как вы добавили соль и растерли по стенке чеснок вот так вот, получается вот такая вот пюрешка. Сразу не скажешь, что это чеснок. Я его ни на блендере, нигде не сбивал. Я взял вот так вот его, именно об стенки. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. И получилось вот так вот. Затем добавляете майонез. Грамм 250. Затем хорошо с чесноком перемешиваете. Затем добавляете сметаны. Тоже грамм 250-300. После того, как добавили сметану, все это хорошо перемешиваем. Теперь берем все то, что у нас получилось, и высыпаем петрушечку, вернее, в укропчик. С укропчиком это все перемешиваем. Короче говоря, получилась вот такая целая литровая посудина. Очень вкусный. Все, закрываем и ставим в холодильник.